Около 3000 сотрудников полиции и военнослужащих будут обеспечивать безопасность во время эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014» в Чебоксарах. Напомню, что столица Чувашии примет эстафету 27 декабря. Стражи порядка в этот день будут работать в усиленном режиме. Планируется задействовать около 3000 полицейских со всех районов республики. 100 военнослужащих войсковой части 3997, 30 работников частных охранных организаций и 110 сотрудников федеральных служб по Чувашской республике. Старт эстафете будет дан от железнодорожного вокзала в 11 часов дня, а завершится праздник в 22 часа на стадионе «Олимпийский». Факелоносцы пронесут огонь почти через весь центр города, по проспекту Ленина, улицам Николаева, Калинина, Ивано-Франко, Речной порт, Константина Иванова, Московскому проспекту и так далее. Центральные улицы будут перекрыты для всех видов транспорта. МВД по Чувашской республике просит граждан заранее выбрать удобные для себя маршруты движения и места парковки автомобилей, не мешая проведению масштабного праздника.